Ну что ж, попробуем снять вторую часть. Всем привет. Заходим в этот бар или что там. Начать новую жизнь. Ну, новую жизнь, когда мы нашли тебя под обломками, твой мотоцикл не подлежал восстановлению. Дальше. Я бы очень хотела дать тебе больше времени для отдыха, но сейчас нам очень нужна твоя помощь. Значит, так, новую жизнь. Да. На заднем дворе стоит старый мотоцикл. Мы зовем его Армадилло. Какой-то хуй. Проверь, может ли он еще есть. Награда. 20 экспо, 10 коинов лучше. Принять. Чеки. Go. Ладно. Едем. Ёпта. Че, я не прошел? А не прошел вроде. Задание выполнено. Похоже, Армадилло все еще полностью на ходу. А, быть может, это и не самый быстрый в мире мотоцикл, но на первое время он тебе подойдет. Награду давай сучара. Второй уровень. Вы заработали 20 коинов и полный баг. Горячо. Бать, ну одно ебало хуже другого. Ага. Вот таким обвалом мне каждый выживет. Думаю, ты из тех, кто... называют крепкими ребятами. А может, еще и всякие штуковины, трюки делать умеешь? Я знаю отличное место для трюка. Пойдем посмотрим. Награда 10 коинов, 25 опыта. Или нет? Угу. Ваша деревня. Ага. Аплепик. Начать гонку. Гонку, бля. Ну, поехали. Опа. Авария. Ну, ладно, давайте. Сосредоточимся, как говорится. Опа. Поехали. Хуй попадешь, не знаю. Ага. Чик-чик-чик-чик. Опа. Дальше едем, внимание. Пам-пам. Вы получили бронзовую медаль. Новый рекорд. Задание выполнено. Далее. Слева находится твоя потрясающая статистика за эту гонку. Да и не обращай внимания на... Короче, страшно. Да, остановись. Что мне сейчас делать?
Задание выполнено, чего себе, отлично. Следующее. Я скоро вернусь, и тогда мы увидим, сможешь ли ты сделать невероятное. Сальто. Награда. Лучшая награда. У меня почти третий уровень. Опа, остался гамадрил в шляпе. Картограф его погонял. Приветствую тебя, друг, шедший издалека. Я невероятно одаренный деревенский картограф. Для нас несведущих поясню, я рисую карту. Хочешь помочь доброму парню? Схерали он добрый, поебал, видно, уголовный. Большую часть времени я привожу здесь, на деревенской площади, работы на вот этой карте, карте мира. Уснись и увидишь, что мне уже удалось сделать. Будет. Так, погодите, погодите. Отсучка, игра вылетела, он сейчас он все завелся. Без софт. Ага. Сейчас, минуточку. Ого. Так, закрыть. Ну и все. Сюда мы. Ну-ка, ну-ка. Ого. Все, поехало, это родная. Сейчас продолжим. Я не знаю, программку по Нави скачать, ну, это потом разберемся. Давай приближай говно. Говно. Так. Карта. Да? Нам великий картограф обещал. Ага. Затупнем. Рыночная улица. Начать гонку. Гонку, 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 гонку давай, гонку давай. 2, 1, поехал, гонщик, гонщик, поехал. Матч. Ага. Эй, блин. Тут какой-то склончик. А, я путаю кнопку просто сейчас. Так, я подлетаю. Нет. Да. Ага. Не, ну тут уже так, потяжелее. Да. Вот получаете бронзовую медаль, я не знаю, как тут надо проехать, хреново, чтоб не получить эту грёбаную бронзу. Третий уровень. Вы заработали 30 коинов и полный багаж. Сменить лидера или что?
Задание выполнено, мы с тобой станем неразлучимой парой, которая создаст готов себе мир. Мой перу и пергамент уже не терпится заняться делом. Награда 10 опыта, 25 коин. Паличная игра. Бля, вот это вот вообще, что такое? Мирелла. Привет, незнакомый человек. Меня зовут Мирелла, и у меня есть зависимость. Зависимость от конфет. Вы думаете, что ли, зависимость от конфет? Мне нужна конфета, просто сейчас у нас складывается и стоит денег, каких-то 10 монет будет достаточно. И гонки изо всех сил, ведь у меня может начаться ломка. 40 опыта, 25 коин. Принять. Что там за конфеты, интересно, а? Поезжай через контрольные точки, вызываешь, я не знаю, призыв. Чем больше контрольных точек ты проедешь без аварии, тем больше монет получишь. Мы постараемся. Вроде нормально проехал. Вы получаете серебряную медаль. Так, хочешь знать, что находится за таинственной красной занавеской? Блять, я даже вообще не думал, что это таинственная красная занавеска. Декор, да декор, блядь. А вот. Белла, я открою тебе секрет, но мне нужна больше конфет. Больше конфет. Больше. Че, я там конфет не получил, а? Серебряный ебал выиграл. Именно столько, сколько нужно, да, еще и очень быстро. Похоже, с тобой иметь приятно будет намного приятнее, чем с нашим предыдущим мотоциклистом. Увидимся позже на награду. Получить награду. Находка. Сейчас нашей деревне необходимо помочь почти во всем. Сейчас нашей деревне необходимо помочь, блять, так. О, ты, блять. Опять. А? Опять эта хуйня с чем-то нам. Ну че там, блядь, где это? Опять пришлось игру перезапустить. Че? Опа? Опять не хочешь работать? Так, 15 минут уже, ну давайте там до 20-ки-то дотянем, да? Карта мира. Хуяк. Начать гонку.
начать гоночку. Так, значит, тебе все-таки удалось выжить после тщательно спланированного обвала. Сейчас ты меня пизды выходишь так. А теперь ты знаешь, чтобы осталивать честь этой дилеммы. Пометку. Так. Дилемма не дометку, короче. А еще ж лучше сейчас сразу тебе никогда не догнать своего самого ботча. Самого ботча. Не могу поверить, что у тебя хватило наглости снова заявиться к нам. Буч. Мотоциклисты, я понимаю, что он окажется толстым и медленным. Там может пахнет как чертова подмышка. Нюхала. Но ты не сможешь выиграть эту гонку, пока просто попробую добраться до финиша. Ёпта. Да ё-моё. Ну давай, давай, кати, кати, кати. Будьте слишком быстрым мотоцикл. Сейчас тебе лучше на время вернуться в деревню, мы попробуем что-нибудь придумать. Тачку, сука, на прокачку. А будь это худший из того, что когда-либо видели жители нашей деревни, поселения. Ту деревню, то поселение, блин. Встретимся в салоне, там я тебе обо всем расскажу. Здравствуйте, здравствуйте. Я до сих пор помню то утро, когда исчез Буч вместе со всем, что у нас было. Если мы хотим поймать его и снова увидеть свои вещи, нам придется работать над улучшением твоего мотоцикла. Работай, сучок, работай. Ты ведь поможешь нам, а? Получить награду? Окей. Какое страшное ебало под очками. Как это? Следж. Привет, мотоциклист. Меня зовут Следж. Я слышал про твою встречу с Бутчаем. У меня есть своя причина его ненавидеть, как и у всех остальных местных жителей. И имеет в мою голову. Идем со мной в гараж. Там мы сможем посмотреть твой мотоцикл. Пошли. Гараж. Добро пожаловать в мой дворец. Это место, где творится волшебство. Сначала давай улучшим рулевую систему твоего мотоцикла. Для этого нажми кнопку «Улучшить» в верхнем углу. Улучшение готово, да, детка. А теперь гасни мотоцикл, чтобы установить улучшение.
это просто здорово, благодаря улучшению его системы Armadillo управляется им будет намного легче. А теперь давай вернемся в салон. Боюсь, что такое пока и близко не сравнится с мотоциклом Бучи. Если мы хотим поймать эту погонку, нам придется установить на твой мотоцикл еще парочку улучшений. Уровень 4 плюс к максимальной емкости бака и полный бак. Ладно, на этом закончим. Скажите до свидания этому шляпнуту. И всем пока. Да. Yeah.